флага – это очень значимый день для меня, потому что я проживаю в России, это самая большая страна в мире. Я очень горжусь тем, что я живу именно в этой стране. Мы создали арт-объект в виде флага Российской Федерации. Это что-то такое, что через года все так же будет находиться здесь, и я всегда смогу вспомнить и показать кому-то, что вот, я была здесь, приклеила свой камешек в эту стену.